Огонь по отморозкам! Когда Таки! Таки! Огонь! Туда! Отстрелялся, стой! У меня еще есть. Что такое? Клинит что-то. Как их? Есть пробитие, огонь. Так. На позиции. Готов стрелять. По вашей команде. Это пушечная команда. Огонь. Ну что-то круг залипает. Стрелялся, пустой. Есть пробитие. У меня такие, еще один такой. Еще один. Огонь по отморозкам. Огонь! Так их! Мимо нахрен! Так их! Мимо! Так их! 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 Мою команду! Огонь! Так их! Так их! Так их! Так их! По врагам монолита! Огонь! Так ее почти! Она дернулась! Так их! Ладно, я туда сейчас уже. Так их! Она упала. Так их! Я слышу попадание. Потому что они закрыли. Так и. Да, походу.
А, ты велик как упор использовать? Ой, да ладно, тут расстояние-то небольшое. Мы расстояние точно такое. А. Хотя я... А, сиди. Я? А чё я стрелять буду? Кликай. Пиу! Ты зарядись её сначала. Мне это ерлаш напоминает. Где этот парень это? Где, она говорит, ещё! Помнишь, нет? Да, я это. Вон там. Точно в центр. Я... Никуда целиться не стоит. Это не по коробке, тебе, знаешь. Ни хера непонятно, я вижу мишень. Капец. А, подожди, это ты. Можешь делать вот так. Куда-то я, короче, куда-то по мишени, по-моему, попал. Да, обводи, правильно. Ха-ха! Прикольно. В молоко. А, нет, в молоко это за пределы мишени. Давай попробуй теперь. Ну, молоко, потому что, наверное. Типа, за пределы расчеты. Да бля, хамуха, как мне так? Ну так, эти. А ты еще на спину ляг и так от ноги стреляй. Проверяем. Не, ну ты молодец. Я-то нет, да, я-то в молоко. Ну-ка, дай-ка я пожирнее сделаю, чтобы видно меня, а то не вижу ни хера. Я сейчас по нему буду это, ориентировать. О, ты закрашивать это ни хера, это чит. Эх ты. Ты кратность больше делаешь? Нет, это регулировка шестого. Лево, право, вверх, нет. Кратность здесь. И вот теперь смотрим, так. Крутишь часовой, ага.
здесь тоже. Где-то не надо, что она хочет. Ну, сейчас ты накрутишься и, конечно, сразу десятку выбьешь. Как в PUBG, семикратный прицел. Никита, тебе надо его проверить. То есть left. Блять. Сложно. Если по сталкеру это самое оценивать, как там было, то ты после окончания стрельбы должен был мне 4800 дать. Так, Андрей. Я так не смогу сделать. Тебе придется крутить. А, держи. Так, подожди. Если здесь я... миллиметра калибра. Хочется крути вот так вот. Можешь вот эту боковую? Только не сейчас, когда я скажу. Все это неудобно. Оттуда. Это тут-то не помню. Вертеть. А если бы ты еще так на бок сделал и боком смотрел, мне бы... Боком не будет. Давай. Смелее. Хорош. Все. Надо простреливать. Надо, конечно, 3 килограмма, потому что зажимать надо. Чтобы он вообще не двигался. По-другому-то. Да, видел. Вот, кстати, в той же модификации возвращения в зону там в тисках стояло. Пойдем посмотрим, поглядим. И ты веселый молочник, вот. Даже можем не обводить. Эх ты, кто так стреляет? Сейчас тебе показать, как надо. И это мы 20 минут назад вон оттуда из леса сбивали вон там коробку. Подожди, подожди. А почему так? А в другую сторону ушла. Дай-ка я попробую. Ну давай. Ну ты нихера стрелять не умеешь просто. А, я, наверное, дурак. Да? Давай пулю.
Подожди, надо по-другому было делать. Сейчас я и так попаду. Сейчас попадешь. Я это от бедра. Надо прицеливаться было не на метку, а на центр и потом на метку выводить. Сути, блядь. Мы почти все правильно сделали. Давай марки сделаем. Кстати. Сейчас мы пристрелим. Ё-моё! Как ты тут чё видишь? Я вообще ни хера не понимаю. Серьезно. Алло, блин, как ты стреляешь? Я вообще, блин, ни хера накрутили. Я даже не понимаю, где прицел. Я вообще ни хера не понимаю. Все, капец, я вот так смотрю. Ну куда я? Как будто что-то. Вот, до бревна доведи, а потом уже от бревна. Вот, все, я тебя навел. Плюс-минус. Главное бревно найди вверх-вниз. А потом уже ищи лево-право. Фу, блин. Пристрелочник хренов, неправильно все сделал, наоборот. Да, блин, так же... Так не было же, ё-моё. А ты думаешь... Мне вот только банка какая-то внизу, и вот она четко попадает. О, нихера себе, это сложно, слушай. Капец. Так, не то. О, ага. Вижу. Хер знает, ну куда-то. Ну, по крайней мере, в мишень. Ну, да. Класс. А что там, блин, по-моему? Давай, я сейчас все сделаю. Перекрутили. Сделаю нормально. Держи марш. Как в мышиный глаз, знаешь, смотришь. Лево-право вот это вот. Прицел-то не изменился физически. А вот оно сузилось, блин. Так. Ап. Постреляли, сходили. Надо мусор за собой обязательно убрать. У нас для этого есть пакет. Есть, как говорится, это специальное место, куда мы ставим стеклянные бутылки. И потом за собой все стекло обязательно уберем. Мы не ублюдки.